самого детства про армию я слышал два мнения. Не служил, не мужик. Дедовщина, тебя там инвалидом сделают, не ходи. Лично мне на самом деле было все равно, в моей семье служили все. Отец, дед, а прадед так вообще воевал в Великой Отечественной. Так что, ну если служить, то ок. Ну и пришел тот день, когда всех, хоть слегка похожих на мужской пол людей, из моего техникума отправили на призывную комиссию. В самом начале меня сразу же спросили, как вы относитесь к военной службе? Ну, не знаю даже, нейтрально. Понятно. Так и напишу. Резко положительно. Как я понял, вообще не важно, что ты отвечаешь, запишут все равно резко положительно. На патриотичную речь военкома, что «Вы все говно!» Я, к сожалению, опоздал. Зато сразу же попал на психологический тест. Я думал, он будет проходить как-то так. Хуй сосешь! Сэр, никак нет, сэр! Пидорас! Сэр, никак нет, сэр! Но нет, всего лишь письменный тест, в котором через каждые 5 вопросов по типу «Как часто у вас болит живот?» были такие. А вы не хотели бы убить человека? Вы когда-нибудь были на грани суицида? Тянет ли вас убивать? Я не сумасшедший, поэтому везде ответил «да» и отправился на медицинское обследование. Естественно, самый веселый был кабинет хирурга. Он, наверное, запоминается всем парням, которые в нем были. Раздевайтесь. А во что это вы там играете? В Raid Shadow Legends. О, это та самая игра на смартфон с графикой, как на компьютере и консолях? Да, к тому же абсолютно бесплатная. Плюс потрясающий сюжет, невероятная графика, эпические сражения с боссами, битвы с реальными игроками и сотни чемпионов для коллекций и улучшений. Даже не верится видеть такой уровень графики именно от мобильной игры. Да, ты посмотри, какой безумный уровень детализации у этих чемпионов. Их тут просто невероятное количество, от орков, оборотней до демонов и темных эльфов. Если что, советую поначалу взять Элейн или Галика. Да уж, графонии завезли зачетный. Текстурки вообще огонь. Да и играть интересно, видно, что разрабы постарались над игрой. Можно залипнуть не на один десяток часов. Неудивительно, что игра очень быстро набирает обороты по всему миру. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке под видео, качайте рейд только по моей ссылке, и вы получите 50 тысяч серебряных монет сразу же, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для новых игроков. Так, Алексей, штаны можете уже одеть. Следующий. В то время я плотно подсел на турники и брусья и выглядел довольно спортивно, особенно на фоне всех остальных призывников. Оттого было еще забавнее наблюдать, как одна из врачей неслась по коридору с огромнейшей медицинской карточкой и выкрикивала мою фамилию. Где владелец этой карточки? Это я. Женщина-врач просто обалдела от толщины моей карты. А когда я ей сказал, а нет, это еще не все, вот еще моя детская. В итоге она сказала, что такие как я им не нужны. А все дело в том, что у меня была бронхиальная астма последней степени, аллергия, сколиоз, гастрит, внутричерепное давление и развивающееся плоскостопие. Так что долг родине мне простили. А вы не подскажете, где здесь окулист? Самое смешное, что все остальные, которые с виду были худые, кривые, косые, все оказались годны. Вот таким образом меня не взяли в армию. Правда, не сказать, что я прям сильно расстроился. А как у вас проходила комиссия в военкомате? И напишите, как вы относитесь к службе в армии. Ну, а на сегодня все. Не забудь подписаться на канал и Инстаграм. Ну и, конечно, поставить лайк. До новых встреч!